Давай. Финский Санта тот же Дед Мороз. Внешняя разница лишь в том, что на ногах у него вместо валенок кожаные сапоги, а вместо посоха в руках новогодний колокольчик. В Челябинск он прилетел в рамках мирового турне. В него попали всего 3 российских города: Москва, Екатеринбург и Южноуральская столица. Я приехал в Россию в несколько городов, чтобы встретиться с маленькими детьми, послушать их желания, выслушать их надежды в этот Новый год. Путешествие оказалось морозным. Финский Санта признается, что замерз. Для него в ноябре такие температуры – дело непривычное. У него на родине сейчас плюс 10 градусов. Погода здесь, конечно, холодная. Она очень похожа на погоду у нас в Финляндии. Много снега, морозно. Я очень люблю зимние активности, которые связаны со льдом. Со снегом, поэтому мне нравится. В Челябинске он встретился с детьми, подарил им подарки. Взрослым рекомендовал быть добрее и посоветовал в преддверии Нового года подумать не о себе, а о тех, кому повезло меньше. К примеру, заняться благотворительностью. Юлия Растрыгуева, Сергей Милютин, ОТВ. Merry Christmas and Happy New Year. С Новым годом!